В Кондопеге обустроят еще две общественные территории. Уже в апреле начнется голосование за лучшие проекты по программе формирования комфортной городской среды. Жителям Кондопеги предлагается из четырех представленных объектов выбрать два. Их и обустроят в 2022 году. В список вошли две территории на улице Пролетарской. Это сквер Пионеров и бывшая площадь Мира, а также скверы на улице Максима Горького и проспекте Калинина. Напомним, программа формирования комфортной городской среды проходит по всей России. В Карелии участие принимают Петрозаводск, Кондопоги, Сегежа и Костомукша. Голосование пройдет на платформе «Городская среда» с 26 апреля по 30 мая.